Нет, так я не могу, одевайся. Может, наоборот, тебя отвезут, а потом мама приедет и нас отвезет? Так, Афонь, ой, Антоша, расскажи стишок. А я его уже помню. Спасибо нашим варам. Нормально. За то, что вкусно варят. За то, что варят и берегут здоровье наше берегут. Здорово. Это вы так в лагере говорите поварам? Мама, класс. Да я бы с этими чисто... Пошли. Я сейчас опять скажу это правило, потом вы такие высокие. Пошли. В классе. И не в столовой надо. Тоже. Не надо ничего говорить, Григорий, поехали. Так, ну, ты воду я... будешь набирать? Я, да. Ну так набирай. Да, да. Ну поехали. А вот то, что лежит, Гриш? А, спасибо нашим поварам. За то, что... Я что спасибо мамам, поварам. За то, что вкусно варят нам, за то, что варят и вкус здоровья наша лирика. Да я бы уже чахнулся с таким так, стихом. Так, пошли. Нам то надо говорить стих про наш отряд, а то так. Про... А про какой у тебя отряд? У меня крепыши, дурацкие. А у тебя, Антош? Улыбка! У Антоши как раз нормальная улыбка, да? Сижи, ну как тебе без детей? Как-то непривычно. Как-то непривычно, да? Мне тоже. Это целый день, я не знаю. Это не только для детей, это, но и для меня тоже как-то неуютное состояние. Будем обедать, правда, как разогреть целую картошку в микроволновке. Снаружи она горячая, внутри холодная. Не знаю, как сейчас буду есть. Нашел? Ну давай еще одну. Все, дети все с лагеря. Только одна, мам! Зай, ну а на одном ухе будет у Родиона держаться? Что ли? Очки. А подожди попробовать. Подожди. Ну нам хотя бы одну сделать. Давай. Вот сама улитка! Гриш, там, если что, полотенце висит. Целая улитка. Че, нормально? Да, так он будет тянуть. Да. Угу. Так, мы с Антохой занимаемся, выдали ему тетрадь, покажи. Я не хочу за все. Он завтра будет делать все по 15 минут два раза. Да. В общем, вот такие вот задания по одному в день мы делаем. Здесь 4 задания, да? Вчера у нас было 5 заданий. Вот мы начали. Это самое у нас первое? Мы решили, что вот было самое первое. Мы решили, что у нас выходные будут выходными, да? А здесь будни какой? 50, что ли, там сколько задание? Вот это второе. Мама, можно я это буду делать не каждый? Да подожди, вот сколько заданий? Здесь 4. 50, да? Вот здесь это 50, а? Угу. Я ты написала второе. Вот число. Да, 4 июня, да, сегодня? Да. Так, давай дальше вставляй буквы и потом переписывай их сюда, хорошо? Так, я пошла греть, кушать. И мне. Хорошо. Так, я пока что буду... Вот, меня снимают. Я сейчас иду на огород. Мне нужно 2 пучка щавля дорвать. Сразу прям здесь нарву. Здесь вот толоча спит. Соседская. Ну вот ветки и на нашу наклоняются. Ой, тут даже некоторая морковка зацвела, что ли, да? Угу. Анжелина. Тут уже ботва здесь что-то вымахала здоровая, да? Та чуть ботва поменьше, а это прям аж... Чересчур, да? Ну да, ее прям не надо сейчас. Ботва, привод и привод. Вы тут покорвете Бестякин в прямом эфире. Да? Да. Мы все уже морковку повязали, папа ее отнес, вот сейчас вот щавель загружать и все. Я
Что? Давайте. Кто пришел? Кто пришел и быстро тут бежит? Давайте, давайте. Где тут твои плавочки? Я давай искать. По-моему, они тут где-то были. Нету? Сейчас вот тут вот еще найду. Подожди, сейчас вот тут еще посмотрю. Что за человек такой? Куда-то все время спешит. Куда ты спешишь? Чего надо? Зверь. Зая, тут, походу, нету. Блин, а где же? Пойдем синие. Пойдем, пойдем синие. Пойдем. Слышите? Все, выходим, выходим. Мама! А? Я сейчас папе позвоню. Так, ты пока сиди, Афонь, я сейчас папе позвоню. Дети, вылазим, вытираемся, одеваемся. Давайте. А нырять умеешь? Нет. А ну пробуй. Глаза ей закрываешь и все. И не дышишь. Да. Нормально. Так ты там долго, вот несколько секунд. Это уже на море будем учиться, да, Фов? Да тут пускай учится. Ночь попала. Вода. Ладно, не ныряй, кружись. Давай, чтоб кружилась. Вода? Угу. Вода кружилась. Да быстрее просто шевелись. Интересно, если фильтр такой крутой. Фильтр посмотреть? Фильтр посмотреть, что тут? Покажи. Да, он. Черный? Черный, да. Интересно, как часто его надо менять или когда он черненький? Да его, наверное, промывать надо. Не, ну там отдельно ж фильтра продаются. Ну, да. Получается. Да, получается, чтобы вода крутилась, да? Папа кайфует. Да, пап? Так можно следить за детьми? Ну да, так, Гришу, идите, садитесь в машину. Кто там, Афонь, бабочка? Да, я хочу ее. Здесь, да, она не может все вылезть, да? Здесь еще три летала. Пять. И мошки. Все, у меня глаза закрываются, сейчас пойду спать. Блин, тут муха села. Сегодня вторник, сынок. Завтра среда. Сегодня четвертое. У меня прям глаза закрываются. Я завтра иду в лагерь. Пятого идешь в лагерь и шестого еще идешь. А седьмого уже едете в поездку. Ну все, давай спать. Все, я спать. Хотела еще сегодня пожарить на завтра рыбу, но вообще не хотела, но сейчас не хочу, поэтому сейчас иду спать. Хотела еще подстричься, все никак не срастается, потому что у меня то я не могу, то мой мастер не может, поэтому, короче, хожу как лох не стриженная. Ну, посмотрим, может быть, завтра созрею. Теперь Афоня пришел. Ночью к тебе надо приходить? Да. А то что? То, ну что, на бичку. Что ты говоришь? Ну что, на бичку. Да ты что говоришь, мой сладкий? Тебе не может быть страшно. Ладно, ну что, что каждую ночь я плачу. А что ты бришься, что ты спишь? Я слышу такое... Кто так делал? Вот так? Ты ж ко мне приходишь. Я не прихожу. А чего ты не приходишь? Я вот с тебя много раз приходил, четыре дня. Да? Да ты так сам придумал? Да. Хорошо, договорились. Надо и мне. Скажи так, вот так встать, как ты сказал. Сейчас заполню, я заполню все. Скажи мне, Афонь. Мама, я страшно говорить. Нет, как ты мне сейчас сказала, так пальчиком погрузила, сказала, смотри мне. Смотри мне. I used to believe.